Кори Тейлор подрался с Сидом Уилсоном. Это не шутки. Во время недавнего выступления Кори на фестивале Monster Mania в Пенсильвании, он рассказал, что у него и Сида Уилсона были большие проблемы. Настолько большие, что когда Сид заходил в комнату, Кори из нее выходил. И наоборот. В итоге дело дошло до драки. Произошло это в Швеции, когда какой-то фанат подарил Кори комикс, а Сид Уилсон подошел к нему и сильным ударом выбил его из рук. Кори закричал: «Ах ты, мудак!», бросился на Сида, и началось мочилово, которое, кстати, было лютым. Группе пришлось их разнимать. После этой драки Сид хотел покинуть тур и вернуться домой, но музыканты его отговорили. Но не Кори Тейлор, конечно. Помирились они, когда Кори сделали операцию на позвоночнике, и Сид был первым, кто ему позвонил и сказал: «Мне очень жаль, мужик». Кори заявил, что его любит и принимает извинения, а потом они начали вспоминать, что прошли вместе за все эти годы. По словам Кори, важна не сама ссора, а умение помириться и жить потом в мире. Золотые слова, не так ли?